Вчера вот эти две семьи объединил через газету. Сегодня утром вот смотрю, точнее уже не утро, 11 часов. Перед литком валяется мусор от газеты. Значит, объединение произошло неблагополучно, так как я не вижу мертвых пчел. Значит, бойни не было. А вот с этой стороны пчелы еще летают сюда, где их литок был. Потому что этот верхний корпус я перевернул, литок стал уже с этой стороны. Вот пчелы вылетают из этого литка, но по привычке летят на старое место. Я вот смотрю, они кружат и постепенно перелетают на этот литок. Значит, они его находят, и он даже спрашивается, некоторые пчелы стоят. Так что я думаю, все благополучно.